Всем привет! Сегодня у нас 8 января 2022 года. Вот мои самечки. Все еще в основном в линьке. Тут и молодежь, и взрослые. Пленяют, отдыхают, набираются сил. Все самечки мои. Тихо-тихо. Тут вон самочки тоже все в линьке. Есть, вон одна перелиняла уже, молоденькая. Взрослые, молодые. Вот самочек хоть в этот раз у меня побольше. То всегда одни самцы в основном будут. А это наоборот, в этот раз побольше самочек. Вот все тоже в линьке. Тихо, тихо, тихо. Вот одна самочка долиняла. Одна была тоже красноголовая, забрали. У нее маска была прям какая-то такая красивая, как у самца. Полная. И вон еще у меня одна красноголовая, вон вдалеке там сидит. Тоже у нее маска будет полная такая. Ну тут вот двух пар вылупили птенцы. Сейчас залезем, проверим их. Вот у этой. Вот сидит самочка красноголовая, у нее там птенцы 4 штуки. И вот у этой пары. Так, ну давайте сейчас залезем сначала к этим. Посмотрим, что у них. Так, вот гнезда. Здесь у них птенчики. Вон жару, здоровые какие. Как дела, крокодил? Тихо, тихо. Вот. Зубики полные. Кольца я им уже одел. Вот эти у меня попозже, от той пары. Пораньше вылупились. Народ, блин, жрать хотят. Сейчас, сейчас вас накормим. Так, ну давайте закроем, посмотрим, что у желтых-то. Вот у этой пары сейчас глянем. Так, смотрим, что здесь у нас. Вон тут и такие рой. Тут 4 желтеньких. Сейчас вытащу. Тихо, тихо. Здесь побольше. Здесь пораньше, по-моему, на несколько дней они вылупились. О, крокодил какие уже скоро вылетят. Зубики полные, развиваются нормально. Тут газет натаскали. Ладно, иди в домик. Вот такие орлы. Четыре штучки. Там 4, тут 4. Как раз к лету уже будет нормальный. Ладно, закрываем. Самочка пошла проверять сразу за мной. Все на месте у нее там. И заодно кожу. Ворот какой-то. Тут вон начинается тоже брачный танец. Танцует самец как. В
Хвост сломает, загнул так. Молодые кобельки начинают тут танцевать тоже друг перед другом. Головой как трясут и прыгают. Настоящий зверюга. Еще молоденький, а уже вон какой кобелечек. Ну, теперь второй уже прыгнул. Появился у меня еще вон один питомец, соловей, тоже вроде линяет, блин, хвост ободрался. Посмотрим, что с ним получится, когда он запоет. Так, сейчас у нас на кормежку они будут спускаться, я им корму подсыпал. Тут все линяет, перья летят потихоньку. На улице зима у нас. Снежок то идет, то не идет такой. То капает, не пойми что. Тучи такие. Вот такая красота. Самочка охраняет, как собака, прям голову вытащила, никого не подпускает близко. Вот, вылетел. Желтеньких пошли там кормить, тоже распищались. Вот самочка сейчас покормила, не пища. Сейчас самец пойдет кормить. Что интересно тебе, на телефон смотри. Взрослая самочка тоже в линьке, сейчас долиняет, всех обратно закину в общую, там будет размножаться. Молодые тоже. Началась кормежка. Самочки тут выбирают все вкусные. Потихоньку все спускаются на обед. Время сейчас не помню, но час где-то. Все решили пообедать.
прям. Тихо, тихо, чего вы тут боитесь? Повернулся резко, вот они все залетели. Хотел самцов показать, но сейчас спустится. Так, вот самцы спускаются тоже. Все дружненько. Так вот, самочки спустились. Тут вон подъедают все. Здесь вон эта пара вкусняшек пробует. Выстроились на водопой. Здесь они летели на вкусняшки. Вот такие все они станут красивенькие. Сейчас все, конечно, облезлые какие-то. Ну ничего, чуть-чуть осталось. Куны там запищали. Вот тоже молоденький самичек прям. Крупненький только. Ну что же вы так шугаетесь-то? А? Чуть резко пошевелишься, все. Сразу раз. Боятся. Здесь тоже вон пошли. На водопой. Когда птенцы, они прям часто-часто пьют воду. Этот жулик все к этим самкам метит. Своей мало еще туда лезет.
Соловей все скачет тут. Вообще на месте не сидит. Соловей, когда запоешь-то? Ладно, сейчас мы его откормим. Чувство приведем, а он какой-то совсем, блин, я его взял, блин. Дохленький был, сейчас хоть ожил. Хвостик сейчас у него отрастет. Так, может, пойдем сейчас посмотрим, что у меня на улице еще творится. Там птички тоже есть. На улице там снегирьки у меня летают с щеглами. Выходить на охоту холодно. Дом хорошо. У меня есть и дома, вот сейчас покажу снегирёчки. Ну, на улице они себя лучше чувствуют. У них там снежок, они в нём купаются. Спускается. И он их охраняет, фазанчик. Охранник еще сидит. Че так смотришь? Здесь у меня вот снегурка со снегирем. Сейчас он вылезет, там поест. Здесь рыболовчик. Щеки, зернышки. О, закряхтел. Так он насвистывает, иногда подпевает еще. С ними тоже пересвистывается. Вот такой красавец. И снегурка вон серенькая такая. Снегирь какой. Вон снегурочка полезла купаться. Снегирь думает, нужно ему это или нет. Снегурка вон вовсю там ныряет, уже плавает. Снегирёк. Давай тоже ныряй. Солнышко выглянуло там из-за тучек. Глаза светит, ничего не вижу. Как дела? Не прыгай только на меня. Ну, довольно. Гулять пойдем? А? Гулять пойдем? Сейчас снесешь меня.
не видно, плохо долезть на это. Ладно, потом как-нибудь сниму. Вышло солнышко. Все распогодилось. Гурдики все наелись, вон, уселись, отдыхают, здесь и все расселись, тут и все по своим местам. Все, тихий час начался у них. Этот зверюга все прыгает, не останавливается, он весь день так. Все, на этом все. Всем пока.